Ну, у нас открывается кинотеатр как раз в Симферополе в октябре этого года, в торговом центре «Центрум», достаточно такой известный в этом городе торговый центр. И, естественно, мы еще это письмо не получали. Но от коллег и в новостях мы это слышали. И, конечно, считаем это полным несоответствием Конституции, прежде всего, Российской Федерации. В частности, глава 2, статья 28 и 29, говорят о двух вещах. Первое о том, что у каждого в стране есть право на вероисповедание, а также право не исповедовать никакую веру. Это 28-я статья Конституции. А 29-я статья говорит о том, что никто не имеет права принуждать к формированию какой-то мысли, да, своего мнения, и никто не имеет права принуждать отказываться от своего мнения. Вот мне кажется, подобного рода бумагами, прежде всего, наши правоохранительные органы нарушают права наших граждан, зафиксированные в Конституции, а именно заставляют людей отказываться от своего какого-то мнения. В частности, Алексея Учителя, режиссера этого фильма. Я с Алексеем работал по фильму «Майор», мы оказывали ему рекламную поддержку, и прекрасно знаю этого режиссера не только с экранов, но еще и лично. И могу сказать, что это абсолютно профессиональный человек. Конечно, не мне судить ему, он гораздо профессиональнее многих. И могу сказать, что он, как любой другой художник, имеет право на свое мнение. Он высказал свое мнение так, как он это видит, так, как это видят другие режиссеры по другим вопросам. И каким-то образом так искусственно его ограничивать, и даже просто с точки зрения пиара, ну, я считаю, наверное, это просто некорректно, по меньшей мере. Хотя, с другой стороны, знаете, кроме некролога, любой пиар хороший. Поэтому, конечно, это то, что так подогревается интерес к этому фильму. Мы надеемся, что этот фильм соберет большую кассу, гораздо больше, чем все предыдущие фильмы Алексея Учителя. И, соответственно, поможет ему заработать на этом фильме и реинвестировать эти деньги в другие замечательные работы. Потому что, конечно, у Алексея очень хорошие работы, которые не всегда заслуживают с точки зрения кассы внимания зрителей. Потому что, ну, как правило, сейчас все-таки все фильмы, они связаны с аттракционом, а у Алексея фильмы думающие. Еще хотел сказать, что вот депутат Поклонская руководствуется тем, что якобы нарушаются интересы и задеваются чувства верующих. Ну, как правильно один раз президент сказал, что нужно, конечно, уважать еще чувства и неверующих тоже. Вот, поэтому надо относиться с уважением ко всем религиозным конфессиям нашей страны, ко всем национальностям, ну, все как в Конституции написано.